Ух ты, какой джипик у нас на парковке стоит. Ребят, всем приветик, это Сергей. Нет, я ошибаюсь, это не джип, это Toyota. Это Toyota двухдверная. И знаете, что это за модель? Toyota Land Cruiser. Ничего себе, я такую первый раз вижу. Сейчас давайте посмотрим на эту машинку. Toyota Land Cruiser. Ух ты, два зеркала. Ребята сказали, можно поснимать. Это у нас 79-й год, декабрь месяц. Оригинальный пробег 65 537 миль. На километры это надо умножить на 1,6. Коробка механика, раздатка. Это четырехведущая Toyota. Ух, там сколько этих включателей. Так, крыша, так понимаю, снимается на болтах. Потому что дуги есть, сзади две сидушки. Открывается багажник. Ничего себе. Кожица. Ручки. Так, давайте дальше, дальше идем. Так, запаска на улице. Четырехведущая, да, задний мост. Ну ничего, так прикольно. Для 79-го года такой джипик. Как УАЗик, да? Типа такого. Так, а что у нас там за двигатель стоит? Интересно посмотреть. Капот открыт. А двигатель у нас прямая шестерка. Раз, два, три, четыре, пять, да, шесть свечей. 6 цилиндров, я не знаю мощность движка, можно погуглить, посмотреть. Это карбюраторный двигатель еще, ну да. Ну что, мне нравится такой джипик сафари, курей гонять или слонов. Передний мост, смазку видно, здесь немножко шаровые разбиты, резиночки. Это все мелочи, это можно поменять. Амортизатор новенький стоит. Боковые тоже новые. Надо, ребят, поинтересоваться, что это за Toyota, какой сервис на ней делается. Ну, такая машинка, ребят. Toyota Land Cruiser 79-го года.